Привет, меня зовут Марина, мне 35 лет, у меня есть доченька, ей год и два завтра будет, ее зовут Таисия. Решила заснять видео для наших будущих просмотров, именно с дочкой, когда она подрастет, на память. Если вам будет интересно, наблюдайте за нашей жизнью, если нет, то проходите мимо. Буду сюда выкладывать на YouTube наши ежедневные, каждодневные быты и все остальное. Просто мне самой будет интересно потом пересматривать, вспоминать и смеяться, а может быть и плакать о том, как мы жили с ней вдвоем, как у нас все было. Вот. Так что приятно познакомиться и до скорой встречи. Сегодня приехала мама, потому что привезли новое кресло на кухню, на котором она будет спать. И я выбежала на 15 минут за выпечкой. И вот теперь я за ними наблюдаю, как они ждут меня. Вон моя Таечка с мамой. Таюша! Стулья! Мама мечтает о переезде уже. Или в ту, в какую квартиру? Ой, только как сунешься снова с документами, не дай бог, если будут снова технический паспорт ставить, тогда скажут, у вас там проклеили стенку. Таечка, это гусь, только вертормашками ты смотришь гуся. Вот, вот. Почему-то тебе гусь нравится. Да, Таюш? Скажи, гусь, гусь. Покажи, где зайка? Покажи зайку, зайка, Таюш. Зайка, зайку покажи. Она за зайкой пошла, мам. А на картинке зайку покажи. Зайка, зайка. Зайка, зайка. Ой, ляля тут сидит. Две ляли у бабы там под мышкой. А где... Вот наш пуфик новый, да, который сегодня нам привезли вместе с креслом. Это, кстати, зайчики Мито. Я с Алиэкспресса заказывала. Да. Сейчас покажу кресло. Вот наше кресло. Это маме спать. Таюша? Да. Чем бы дитя не тешилось, да, Таюш? В общем, вот такое вот у нас на кухне. Наша кухня. Наша лоджия там. Не прибрано, так что пардон. Наши часики. Тоже, кстати, с Алиэкспресс. Я заказывала там всякие цветочки вот на дверь у нас. Бабочки. В общем, когда сюда переехали, то очень много дыр было в стенах, и я все заклеивала от предыдущих хозяев. Переехали мы с ней в этом году, 7 декабря. То есть 7 декабря 2016 года мы переехали в эту квартиру. Ремонт, к сожалению, мы не делали, я только красила потолки, но меня затопили, и вот следы на потолке эти ужасные. До сих пор не могу никак закрасить. Руки не доходят. Хотя я все прокрашивала. Все потолки были беленькие, красивые. Но, к сожалению, нас затопили. И красить потолки нам никто не собирается. Там живет старая бабка. Чем у меня ребенок играет? Скоро будем варить кашу на ужин. Кушать и спать ложиться. Уже время 7 часов вечера. Ребенок. Ребенок у меня учится пить чай из кружки. Как учится, она умеет у меня пить чай из кружки. Пытается сама без меня. Молодец, да? Молодец. Вот, ну все, всем пока-пока.